Здравствуйте! Сегодня пятница, 9 апреля 2021 года. В Израиле короткий день, и мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авив, Израиль. И на сегодня запланированы рейсы. Лондон, Англия, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Рамон, Эйлат, Париж, Франция. Рамон, Эйлат, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Стамбул, Турция, Тбилиси, Грузия, София, Болгария, Рамон, Эйлат, Ларнака, Кипр, Рамон, Эйлат, Вена, Австрия, Нью-Йорк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Будапешт, Венгрия, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Вена, Австрия, Рамон, Эйлат, Ларнака, Кипр, Париж, Франция, Нью-Йорк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Франкфурт, Германия, Стамбул, Турция, Киев, Украина, Стамбул, Турция, Мюнхен, Германия. Всего на ближайшие сутки запланировано 37 перелетов. Из них за границу будут осуществляться рейсы по 13 направлениям. Это такие направления, как Лондон, Дубай, Париж, Стамбул, Тбилиси, София, Ларнака, Вена, Будапешт, Нью-Йорк, Франкфурт, Киев и Мюнхен. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.